16 марта. Первый выход в сад с ведерком и вот такими грабельками. Еще лежит снег, только вечно зеленые бересклеты и хвойные. Все остальное покрыто вот прошлогодними листьями. Для этого и нужны грабельки, чтобы раскопать вечно зеленые растения. Это барвинок. Откопала первые нарциссы. Здесь я все листья кидаю на снег. Не очень эстетично, зато быстрее растает. Идеальное время для обрезки. И стрижки холодорастущих злаков. Розы, зимовавшие без укрытия обрезки, все зелененькие и с живыми почками. А вот молодые остинки обмерзли по уровень снега. Оттаяло первое укрытие. Можно полюбоваться на зеленые побеги плетистой розы. Снимать спанбонд, конечно, еще нельзя. А вот у кого в укрытии присутствует пленка или рубероид, снимать обязательно. Распаковываю скальный можжевельник. Он недавно пересаженный и очень рыхлый. В наш снегопад пришлось бы ему не сладко. Только гравийная отсыпка не нуждается в моем внимании. Здесь не задерживаются никакие листья, такой ветер, что все уносится само. Растения просыпаются. А вот и первый в этом году урожай. Можно идти пить чай с чабрецом.